привет. Женя, привет, рада тебя видеть. Я тебя тоже. Жень, меня удивило, когда я увидела, что ты записался. Что ты решил себе сделать? Ты молодой, красивый, свежий. Что тебе не устраивает в твоей внешности? Я же тебе говорил, что я хочу поднять брови, сделать взгляд более открытым. Ну ты готов к болевым ощущениям? Тебе не страшно? Ехал, боялся. Сейчас боюсь до сих пор. Я тебя поняла. Ну, мы сделаем хорошую анестезию, и процедура пройдет вполне комфортно. Итак, Жень, расскажи, как ты хочешь поднять свои брови? Я хочу не совсем полностью, просто поднять уголки бровей. Вот так. Я тебя поняла. Ну, в принципе, у тебя нет показаний для лифтинга полностью брови, а здесь хвостик брови у тебя достаточно подвижный, поэтому мы можем изменить форму. В результате у тебя не просто бровь поднимется, а немножко приподнимется века, и будет глаз выглядеть более открыто. Отлично. Ну что, готов? Не страшно? Да. Давай. Ну, супер, мне нравится. Значит, смотри, справа получилась гематома. Не переживай, сейчас придешь домой, наложишь лед. Лед подержишь полчаса, потом 15 минут перерыв и еще полчаса. Главное, лед не сдвигай с места, чтобы нитка не подвинулась. Сейчас у нас гиперкоррекция, такая прям брови на взлете, да, не пугайся. Брови сядут, то есть нитка ляжет на свое место, она немножко приспустится, ткани сократятся, и будет красивая, ровная, летящая бровь. Ай, спасибо большое, мне все понравилось, ты супер. Ну, я рада, все, увидимся через 3 дня на консультации. Хорошо. Сегодня у нас самый необычный пациент. Сегодня с нами Алена Решетняк, человек, который обычно всегда за кадром. Это я! Наконец-то, я ждала этого уже 2 года, сколько мы снимаем эту программу на самом деле. Ань, ты знаешь, что я готовлюсь к очень важным событиям. У меня свадьба. Я тебя с этим поздравляю! То, о чем мечтает каждая девочка, конечно, хочется выглядеть офигенно на самом деле. Сейчас занимаюсь спортом усиленно, пытаюсь похудеть, но есть у меня одна генетическая особенность лица. Это второй подбородок, от которого не могу вообще никак избавиться. Массажи пробую, мыла гимнастику, не получается. Ну, это твоя жировая ловушка. То есть это жирок, который, к сожалению, не уйдет даже тогда, когда ты похудеешь, он не оставит тебя. Поэтому для этого мы используем липосакцию. То есть мы уберем его оттуда, скажем так, принудительно и сделаем нитевой лифтинг для того, чтобы твоя кожа подтянулась. В результате ты получишь острый угол, и через неделю, когда у тебя сойдут все отеки, мы доработаем его филлерами. А по поводу филлеров, вот я еще думала, что мне пора, наверное, заняться носогубками, потому что 31 год, как у нас обычно героини на программе говорят, мне 20, 24, а я могу попасться, мне 31 год, и я не колола носогубки, вот хочу. Ты как да. Считаешь? Да, можно проколоть носогубки, потому что в целом лицо у тебя в хорошем состоянии, то есть птоза нет, все на месте, но носогубные складки немножко проявляются. Поэтому мы сделаем тебе коррекцию носогубных складок и немножко приподнимем уголки рта. Знаешь, что мне повезло на самом деле? В том, что я всегда за кадром, и я вижу, как ты работаешь с людьми. Поэтому мне не страшно, вроде бы, я тебе доверяю на все 100%, знаю, что все пройдет классно и гладко, но немножко все не страшно. Я тебя бетадином обрабатываю. Это для того, чтобы ты была обеззаражена. Хорошо, прям идет хороший объем, прям легко уходит. Я думаю, это будет очень красивый результат. Огонь вообще, у тебя будет очень крутой угол. У тебя просто вот именно, знаешь, что ушло? Вот этот именно центр, центральная линия. Оно бывает не у всех так хорошо уходит. У тебя прям вообще четко. Но абсолютно не больно, очень быстро. Ань, ты самый лучший доктор. Я, конечно, никогда такого не делала, но ты супер. Ты правда супер, Зай.
Спасибо, дорогая, спасибо. Я надеюсь, что тебе очень понравится наш результат. Так, сегодня головой не крутить, масочку носить, обязательно надеть на ночь. Завтра носить обязательно. Так, с боков у нас сейчас как будто такие, ну, как уплотнения. Это связано с тем, что там у нас отек. Вот именно вот здесь вот под... Не пугайся, он пройдет к завтрашнему дню. Я надеюсь, что ты довольна результатом. Я рада, что мы наконец-то это сделали. Мы молодцы. Вот. У нас еще дальше фиберы будут, да? Да. У меня к тебе прийти. Давай через неделю, как раз, когда сойдут основные отеки, чтобы мы успели к твоему важному мероприятию. Да, спасибо. Итак, дорогие друзья, сегодня я хочу вам рассказать о лазерной эпиляции и развеять миф о том, что ее можно делать только зимой. Для этого необходимо качественное оборудование и современные лазеры. Погнали! Если честно, я всего лишь второй раз делаю лазерную эпиляцию. На руки, я имею в виду, поэтому мне страшно. Но я Марине доверяю, потому что она опытный специалист. Ой, не страшно. Ну да, так тепло, прям щипает. Да, тепленько, хорошо. Марин, через сколько волосы выпадут у меня? Через 10-14 дней. Отлично. Диодные лазеры – это современное поколение лазеров. То есть одни из первых – это рубиновые, второе поколение – это александритовые. Александритовые хорошо убирают волосы, то есть сразу после процедуры вы выходите лысеньким. Но очень большой риск ожогов, пигментации и нельзя категорически использовать во время жаркого периода, то есть когда вы загораете, либо когда вы регулярно посещаете солярий. Диодный лазер – это современное поколение лазеров, то есть благодаря ему можно использовать, даже не использовать, можно делать эту процедуру летом и во время посещения солярия. Ну, разница должна быть между загаром и использованием лазера 2 дня, то есть это очень комфортно. Дорогие друзья, я, как и любая девочка, слежу за собой, за своим весом, за своим внешним видом. Но я люблю покушать, как и многие из нас. Я люблю вкусную еду. Я люблю бургеры, люблю мучное, люблю десерты. И, к счастью, они могут быть правильными, именно теми, которые не позволяют набирать лишний вес. И в этом мне помогает Александр и компания «Фитнес-еда». Во-первых, «Фитнес-еда» – это та еда, которую мы придумали и делаем для себя в первую очередь, потому что мы тоже любим вкусно, как и все, поесть, но при этом как бы ощущать от еды пользу. Вот, поэтому в наших рационах вы всегда можете найти особые десерты, которые похожи на какие-то стандартные десерты, такие как чизкейки, и также бургеры, но в них есть определенная особенность. Там специальный йогуртовый соус, специальная цельнозерновая булка, чистое филе. В общем, ничего лишнего, которое пойдет и на пользу вам, и скрасит вашу будничную диету. Вот. Также различные десерты в стаканах. Здесь йогурт, гранола и свежие фрукты с орехами. В общем, отличный заряд на начало дня. Саш, я хочу немножко подсушиться. Что ты можешь мне посоветовать по питанию? Кроме наших рационов, которые мы составляем индивидуально для каждого, из усредненной программы, конечно же, вот, могу посоветовать вам пить большее количество воды, потому что это улучшает метаболизм. Также есть различные дополнительные БАДы, вроде экстракта зеленого чая, который можно безопасно принимать в течение дня. Ну а также, конечно, самым главное – это питание, оно 70% как бы успеха любого. Вот, поэтому выбирайте правильное. И вкусное. Саш, скажи, пожалуйста, ваша компания может посчитать дневной рацион вот относительно моего типа фигуры, скажем так, именно с целью сушки? Чтобы нам понять, сколько вам необходимо килокалорий для того, чтобы снижать вес, вам необходимо создать определенный дефицит калорий.
Вот. И дефицит калорий можем создать за счет того, что узнав, сколько энергии вы тратите в течение дня. Я поняла, отлично. В принципе, я могу скинуть эти данные по WhatsApp, да, и вы примерно мне подскажете, как лучше это. Либо я, либо один из наших персональных менеджеров действительно проработает именно ваш рацион и подстроит усредненную программу максимально под вас. Создание фигуры – это кропотливый труд, и я думаю, что, конечно, все в ваших руках. Здесь важна сила воли и поддержание определенного режима дня. Вот. Но с фитнес-едой все намного проще, и мы разделим ваши приемы на 5 приемов пищи, и вы будете каждые 2,5-3 часа принимать питание, не успев как следует проголодаться. Спасибо огромное за советы. На самом деле фитнес-еда – это отличный выход, чтобы не готовить дома, чтобы не переживать, где купить перекус, где перекусить и что перекусить. И действительно, с этим питанием не останешься голодным. Спасибо огромное. Ну, а я пошла работать дальше. Итак, Ален, ну вот ровно неделя прошла. Скажи мне, ты довольна своим подбородком? Да, довольна. Все рекомендации твои выполняла. Спала в наморднике. Все хорошо. В принципе, практически даже ничего не тянет. Первый день вообще никакой боли не было. Отлично. Ну, я вижу небольшой отек по бокам. Все равно он присутствует. Вот, в принципе, мы уже можем делать дальше процедуры. Что могу предложить? Могу предложить коррекцию подбородка филлером, то, что мы с тобой обсуждали, чтобы немножко еще усилить эффект прямого угла. И сделать коррекцию носогубок. Да, носогубки очень хочется, потому что вот эти вот заломы, мне кажется, возрастные уже начали появляться. Можно облокачиваться, я сейчас тебе вытру просто. Масочку носи вечером, прям по вечерам. Да, я сплю в ней. Спи и по вечерам, главное во второй половине дня. Даже не так спать обязательно, как во второй половине дня носить маску. Как вы знаете, у меня двое сыновей, 8 и 12 лет. И я долго искала применение их большой энергии. Я перечитала весь Инстаграм, я пыталась найти школу спортивных единоборств, спортивных искусств, чтобы правильно занять их досуг. В итоге я наткнулась на очень интересную школу с интересным подходом. Школа юного воина Bushido Kids, где можно не переживать за мотивацию своего ребенка, спокойно доверить его тренеру с большим опытом. И сегодня в гостях у нас руководитель этой студии Вячеслав. Рада вас приветствовать. Здравствуйте, Анна. Спасибо за приглашение. Ну расскажите, меня вот больше всего волнует такой вопрос. Во время переходного возраста все подростки, в принципе, особенно мальчики, начинают проявлять свой характер. И, возможно, не совсем правильно умеют направлять свои желания, да, и направлять свою деятельность. Вот я слышала, что у вас очень интересный подход в психологии и педагогике. Расскажите, пожалуйста, подробнее, в чем он заключается? Анна, я представляю ТРИС-педагогику, новое направление в педагогике. И, как говорит мой учитель Анатолий Александрович Гин, я сейчас работаю над вопросом, как поженить ТРИС и восточное единоборство. Для того, чтобы воспитать мальчика, нужен мужчина. Женщина мальчика из мальчика мужчину воспитать не сможет. Она сможет о нем заботиться, накормить его, вырастить, образовать. Но воспитать нет. Это не ее задача. Это должен быть обязательно мужчина. Желательно, чтобы это был мастер-наставник. Лучше, если это тренер, вот, который может быть для ребенка примером. Я кадровый военный. И всю жизнь мне приходилось работать в системе «человек-человек». Вот. Я дважды педагог. По одному из образований я учитель физкультуры, по другому я учитель истории и обществоведения в средней школе. Практикующий психолог.
И все это, и у меня инструкторские степени по таким дисциплинам спортивным, как борьба, дзюдо и самбо, тайквондо версии ITF, карате стиля киокушинкай и кабудо, техника владения оружием. Также я большое количество лет отдал такой спортивной дисциплине, как кикбоксинг. Начиная буквально с детского сада и дальше, у нас основная масса воспитателей и тех людей, которые занимаются с детьми, это женщины. Так сложилось. Поэтому я бы каждой маме рекомендовал задуматься и поискать мужчину, который бы мог принять участие в воспитании сына. Это может быть и отец ребенка, и брат ваш, к примеру, либо же дедушка, либо это может быть тренер, либо учитель. Ну да, в современной жизни, как правило, папы очень много работают, и не всегда получается уделить достаточное количество времени ребенку. Я так понимаю, что занятия проходят регулярно, да? Сколько раз в неделю нужно будет заниматься? Есть две ступени. Начальная ступень, где занимаются дети, не только мальчики, но и девочки в возрасте от 3 до 6 лет. По развивающей программе, где в основном используется игровая терапия. А уже достигнув 6-летнего возраста, у нас начинает действовать базовая ступень, собственно, Bushido Kids, где помимо педагогики и психологии мы изучаем несколько видов боевых искусств. Эти дети занимаются 3-4 раза в неделю. Причем многие очень часто говорят о том, что огромная нагрузка в школе, огромная нагрузка для детей, которые занимаются сразу в нескольких, там, допустим, секциях, либо еще развивающих кружках. Но я знаю ребят, которые очень успешно учатся и в школе, и очень успешно занимаются в 2, 3 и даже 4 спортивных секциях одновременно. Ну, как говорится, отдых – это смена деятельности. То есть, поработав мозгами, поскрипев в школе, на иностранном языке, на изучении, да, что сейчас тоже очень востребовано, конечно, хочется и позаниматься. Тем более, учитывая детскую энергию, мне кажется, она нескончаема просто. Расскажите, а вот ваши дети участвуют в каких-то соревнованиях? Может быть, у вас внутри секции проходят какие-то, внутри вашего клуба, соревнования, первенства, кубки какие-то? У меня школа не спортивного направления. Это школа скорее развивающая и воспитывающая. И самое главное внимание уделяем развитию такого качества, как креативность. Сейчас в наше время умение творчески подходить к любым вопросам очень важно. Поэтому соревнования, они обязывают человека находиться в строгих рамках правил. И что бы ни говорили тренера, для них главная задача – это показать результат. Результат на соревнованиях. А результат, как правило, могут показать далеко не все, а избранные единицы. Поэтому волей-неволей, если ты хочешь добиться результата на соревнования, ты будешь больше внимания уделять чемпионом. У меня совсем иной подход, то есть я равное внимание уделяю абсолютно всем, а гораздо большее внимание уделяю тем, кому это необходимо. Те, кому это здорово сочетается, и креативное развитие, и спортивное развитие, то к 12 годам я обычно таким ребятам продвинутым рекомендую очень хороших спортивных тренеров, которых я знаю, которые дальше как эстафет палочку берут этих замечательных людей, и если они хотят развиваться в плане спорта, то они развиваются в плане спорта. Угу. Я поняла концепцию вашей школы. На самом деле это действительно интересно. И я думаю, есть смысл попробовать позаниматься моим детям. Потому что в современном мире все-таки современные качества – это действительно внутренний стержень. Потому что физически мы уже не ловим мамонтов. То есть это не самое главное. Да? Поддерживать здоровье и иметь мотивационный стержень. Спасибо, Аня, за беседу. Я с удовольствием буду рад видеть ваших мальчиков у себя на занятиях и видеть не только их, но и других мальчиков и девочек, которые захотят попробовать и ознакомиться с нашей школой. Дорогие мамочки, помните, здоровье ваших детей – это очень важно, и закладывается оно в самом раннем детстве. Так что ждем вас в школе Bushido Kids. Ну что,
мы поговорили о детском спорте, а теперь поговорим о детском досуге. Сегодня день рождения у моего старшего сына, ему 12 лет. Это замечательный возраст, возраст веселья, забавы. Свой день рождения он решил отметить в аквапарке H2O. Ну что, давайте посмотрим, как проходят дни рождения в одном из ведущих аквапарков Европы. За мной, ребята! Сегодня мы говорили о красоте лица, о правильном питании. И в эту прекрасную погоду хочется добавить, пускайте все хорошее в вашу жизнь. Мы говорили сегодня о детском досуге, о прекрасном времяпрепровождении. И в следующей программе мы обязательно с вами потреним на улице и узнаем о модных танцевальных направлениях. А я, доктор Маринчук, сделаю вас красивыми!